более 65 тысяч тверских детей и подростков осваивают технологии IT. В регионе активно развивается это направление образования. Работа ведется по федеральному проекту «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика». В Верхней Волжи действует 8 центров образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Например, детский технопарк «Кванториум», IT-кубы, региональный центр «Орион». В организациях в 2022 году прошли обучение 2900 ребят. Открыто 210 центров цифрового и гуманитарного образования. Самые крупные точки роста. Обучение также ведут и ряд частных организаций. Сферу IT губернатор Игорь Руденя считает одной из перспективных для экономики региона. В Тверской области сосредоточены авторитетные научно-исследовательские институты и производственные объединения, IT-компании, способные предложить практически весь спектр продуктов и услуг.